Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». В 1866 году выходит в свет новый роман Достоевского, самый известный во всем мире, роман «Преступление и наказание». Роман сразу стал очень читаемым. Он получил читательский успех сразу же по выходе в свет. Вначале он был напечатан в журнале «Русский вестник», а затем вышел отдельным изданием. Он переведен на все, наверное, языки мира, там, где есть литература. И роман, конечно, очень петербургский. Наверное, самый петербургский роман во всем творчестве Федора Михайловича Достоевского. Сразу же по выходу этого романа начались споры, что это за роман. Какой? Социальный? Может быть, криминальный? А может быть, философский? И вот действительно, в советское время, например, его воспринимали как социальный роман. Только как социальный роман. Герой совершил преступление, потому что такие были условия. Социальные условия толкнули его на преступление. В советское время именно так преподавали его в школе. В наше время часто можно услышать, что это вообще криминальный роман. Такой детектив 19 века. Ну вот, надо сказать, что впервые, наверное, русские мыслители, такие как Мережковский, Владимир Соловьев и, конечно, Бердяев и другие открывают именно в творчестве Достоевского этот роман как роман трагедии. Как именно философский роман, который ставит вековечный вопрос, один из которых – может ли человек переступить через заповедь Божью? И что будет с ним? Достоевский ведь задумал его впервые на каторге. Вот идея романа – исповедь человека, переступившего закон Божий и человеческий, появился у него впервые на каторге. Когда он был сам на каторге, он об этом пишет. Затем он начинает писать его в Германии. Вначале вообще как роман о пьяненькие. Пьяненькие. Это вот линия Мармеладовых. Затем, возвращаясь в Петербург, он пишет заново и уже пишет тот роман, который вот мы теперь знаем. В котором две линии. И линия Раскольникова, и линия Мармеладовых соединены вместе. Главным героем, конечно, романа является Родион Романович Раскольников. Вокруг него совершаются все события. Он как бы центр, главный центр романа. Достоевский, как и во всех романах, он исследует тайну человеческой души. Тайна человеческой души, в данном случае совершившей преступление, переступившей через заповедь Божью «Не убей». Что происходит с ним? Мы видим, что герой романа – это идеолог. Раскольников написал статью о преступлении, где он прямо пишет о том, что в истории и в жизни существует два рода людей. Большинство – это тварь дрожащая, которая соблюдает законы, живет по законам, но есть творцы истории. Есть люди, которые должны сказать новое слово. Вот. И вот они-то переступают через эту заповедь. Они имеют право на преступление, на убийство. И он приводит в качестве примера Раскольников Наполеона. Наполеон, который рожден был, вышел из недр такой богоборческой французской революции. Он является героем истории для Раскольников. И причем положительным героем, который давно переступил все заповеди, и божьи, и человеческие, и творил историю. И вот герой не из-за денег, конечно, а прежде всего из-за того, чтобы он хочет сам узнать, кто он. Это момент самопознания такой. Узнать, кто он, тварь дрожащая или право имеющая. Он совершает преступление именно из-за этого. Для него мораль – это мораль всегда человеческая. Бога нет. И в этом смысле всякая мораль достойна. В данном случае мораль человека, который способен переступить и стать, так сказать, по ту сторону добра и зла.
Это роман трагедии. Это трагедия свободы, которая стала своеволием, которая отвергла заповедь Божию, которая выступила бунтом против Бога и мира. Перед Раскольниковым весь мир виноват. Он создает свой мир. Он уединяется. Ведь он подпольный герой. Он живет в своей каморке. Он мечтатель, который изобрел вот это учение, эту теорию. И в результате осуществил ее на практике. Ведь теория всегда – это арифметика, как говорит один из героев в романе. А жизнь – это совсем другое. У жизни есть своя тайна. И эта тайна заключается в душе человека. Перед ним возникает масса неразрешимых вопросов. Прежде всего, сам Раскольников чувствует, что он, совершив преступление, убил свою душу. Вот это и есть его наказание. Наказание, которое стало тут же, оно постигло его. Он любил сестру и мать. И мама пишет ему: ты же, сын, был таким верующим. Сохранил ли ты веру Бога? Нет, в данном случае, конечно, он не сохранил. Раскольников, его душа становится мертвой. Она не любит. Теперь даже не любит мать и сестру, Дуню, которых он любил всегда. Он их даже ненавидит. Он вообще уединяется. Он умирает. Для жизни живой он умирает. В этом смысле это роман, конечно, прежде всего о человеческой душе. Дозволено ли или не дозволено человеку переступить через эту заповедь? И что будет с ним? Свобода – это что, своеволие или нет? Достоевский исследует в этом романе очень подробно, описывает состояние души. Это не случайно происходит все действие в Петербурге. Петербург – это тоже как бы соучастник этого преступления. Это то место, где оно совершается. И не случайно вот у Раскольникова появляется еще и двойник. Такой роковой, демонический двойник в виде Свидригайлова, который тоже совершил уже преступление, не одно даже. И тоже уже погубил свою душу. Но, в отличие от Раскольникова, не мучается. У него нету совести. Он не мучается о совершенном преступлении. Раскольников мучается. Раскольников не находит себе мира и покоя. Он из тех, кто переживает очень остро. Он понимает, что он совершил самое страшное, что только можно совершить. Совершив убийство, он отрекся от людей, от мира и от Бога. Вот тут он остался один. Вот тут душа его попала в ад. Уже сейчас, здесь. Свидригайлов говорит ему: вот Петербург – очень странный город такой. Город полусумасшедших. Вообще, если бы наука исследовала, то она бы пришла к выводу, что это очень неблагополучный город. Роковой город. Действительно, Достоевский описывает город именно таким образом – Петербург. Мы вспоминаем в этом смысле слова, которые еще были сказаны в записках из подполья. Сугубое несчастье обитать в Петербурге, в этом самом умышленном городе на Земле. И действительно, умышленный, искусственный, созданный. Раскольников – это, конечно, герой Петербурга. Вместе с тем, как идеолог, это какое-то пророчество в будущем. Ведь революция придет как новая идеология, идеология власти над всей тварью дрожащей. Поэтому в определенном смысле Раскольников – это уже образ и революционера. Нет, он не хочет заниматься переустройством общества. Но он считает, что есть право на убийство, на преступление для творения истории, для того, чтобы совершить новый шаг в истории. А это, конечно, и приводит к революции. И действительно, в Петербурге ведь она и произошла, это же город, именно в котором она произошла, в котором она началась. Роковым образом. Так что роман «Преступление и наказание» имеет очень много смыслов, но и прежде всего, конечно, философский смысл романа. Это главный смысл. Тайна человеческой души. Ну вот, когда говорят, что роман криминальный, такой вот детектив, часто об этом говорят. Ну, что тут можно сказать? Ну, конечно, наверное, читатель должен обладать определенным внутренним сознанием, интуицией, понимать, что он читает роман, в котором детективная его такая часть, она связана с более глубокой, прежде всего, с трагедией человеческой души. Нам приходят вопросы. Один из них, вопрос заключается в том, что почему этот роман называют антинигилистическим? Ну, в свое время, когда он вышел,
И вот почти сразу окрестили как антинигилистический роман. Первым таким романом станет роман «Отцы и дети Тургенева». Сам термин «нигилизм» появится благодаря именно этому роману Тургенева. И впоследствии Достоевского роман «Преступление и наказание» назовут антинигилистическим, потому что нигилист отвергает все традиционные ценности. Веру в Бога, христианскую мораль. И вот отсюда, когда его объявляют антинигилистическим романом, это означает, что чтобы его не читали. Для современника это был запрет. Вот он реакционный, он направлен против студенчества. Достоевский оклеветал студенчество. Раскольникову. Ну вот интересно другое. Буквально через некоторое время после выхода романа в Москве один студент убил ростовщика, ну точно таким вот почти способом, как, совершив такое же преступление, как описывает Достоевский в своем романе. Часто задают и такой вопрос. А не является ли в данном случае Раскольников своего рода таким русским Гамлетом? Что-то похожее есть, несомненно. Вот этот вопрос, быть или не быть, да? Стать мне, так сказать, право имею или твой дрожащий? Похоже вроде. Но на самом деле нет. Общего здесь крайне мало. При ближайшем рассмотрении мы видим, что это противоположный герой. Раскольников – это прежде всего герой свободы. Это трагедия свободы. Он свободно это делает. Гамлет совсем другое. Это герой роковой. Ему же является тень отца. Он должен что? Совершить месть. Он должен восстановить справедливость. Его отца убил дядя, и он должен покарать дядю. Он совершить... А это как раз такой языческий момент. Вот трагедия, роковая трагедия. Борьба с роком, с судьбой. Смириться ли с судьбой или восстать против нее? Вот стоит вопрос перед Гамлетом. Гамлет совершает преступление. Он убивает дядю. Но это справедливость для Шекспира. Это справедливость, закон. Это восстановление справедливости. Полоний также был убит Гамлетом. Офелия в результате погибла. Так что общего здесь крайне мало. Раскольников ведь не погибнет. Он будет, его душа обретет спасение. И роман, собственно, не только о преступлении и наказании, но роман еще и о воскресении, об искуплении и воскресении души. Поэтому трудно назвать Раскольникова русским Гамлетом. Ну, бывает так, что задают вопрос о том, а какое влияние имел Ницше на Достоевского? Не является ли Раскольников ницшанским героем? Просто вот такой русский Заратустра. У Ницше есть такая знаменитая книга «Так говорил Заратустра». Это сверхчеловек. Ницше отвергал христианскую мораль. Он считал, что есть мораль рабов и господ. Казалось бы, нечто похожее. Да. Но, во-первых, Ницше жил позже Достоевского, и скорее Достоевский мог повлиять на Ницше, что и было, конечно, чем наоборот. Кроме того, эти идеи, что называется, витали в воздухе. Достоевский уловил их раньше Ницше. Действительно, согласно теории Раскольникова, это, конечно, ницшанское учение. Конечно, переступить через кровь, сверхчеловек, герой истории, да несомненно. Именно так следует понимать, что Достоевский скорее противоядие против ницшанских идей. Идеи сверхчеловека и крови по совести. Пролитие крови по совести. «Преступление и наказание» – роман многоплановый. Мы продолжим его рассказ о нем в следующий раз. Спасибо за внимание, дорогие телезрители.